Береговая охрана Швеции считает минимальными шансы обнаружить живыми двух членов экипажа датского судна, столкнувшегося минувшей ночью с британским судном недалеко от берегов Швеции. Об этом в интервью телеканалу СВТ заявил начальник станции береговой охраны в Истаде Бенгт Блумквист. «Ситуацию для людей в настоящее время сложно оценить, считает он. Это зависит от того, во что они были одеты. Есть костюмы, в которых можно очень долго находиться в воде. Но если их нет, то очень холодно, в воде 4 градуса. Это не очень хорошая ситуация», — сказал Блумквист. По его словам, местные спасатели частично закончили операцию. «Наши лодки возвращаются на станцию в Истаде. Сейчас затонувший корабль буксируют к шведскому побережью», — отметил он. «Это сделано для того, чтобы покинуть фарватер и устранить любые утечки масла. Судно буксируется на мель, чтобы не допустить его потопления и дать возможность водолазам осмотреть его на предмет обнаружения пропавших членов экипажа». Два судна, британское и датское, столкнулись в акватории между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм в ночь с воскресенья на понедельник. В результате столкновения меньшее по размерам датское судно «Карен Хауи» перевернулось. Два человека оказались в воде. Сигнал о столкновении поступил в морскую администрацию Швеции в 04:30 от британского судна «Скат Кэрри». По словам членов его экипажа, они слышали доносившиеся из воды крики, с судна была спущена резиновая лодка, однако найти упавших за борт людей не удалось.